Всем привет! Вас приветствует компания Coolaplay. Сегодня нам поступил запрос на Kia Rio 3 с Ксенией. Короче, пообщались очень долго. Сначала хотели ставить только камеру и магнитолу, но приехала Ксения, оформили рассрочку. Будем ставить DVD-мов TIs, CC3 Lite версия. Динамики в круг, Урал вперед, Урисы назад. Ну, ясное дело, у нас, конечно же, полный комплект. Рамка, проводка, все дела. Камеру заднего вида еще будем ставить. Камера очень хорошая, инкар. Вот такая там. Давайте сразу покажу, как она выглядит. Она прям под штат. Вот такая вот она. На шпилечке. Вот так вот все это выглядит. Все это будем ставить. Так что, а самое главное, да, вот смотрите, тут товара вышло на 30 с лишним тысяч. На 36, если быть точнее. Думаете, что, Ксения все это за наличные купила? Нет. Она только рассчитается за наличку, а весь товар мы оформили в рассрочку. Так что, ребят, посмотрите, подумайте. Можно даже наличные потратить только на установку, грубо говоря, и все. А весь товар в рассрочку от 15 банков. Все, с Ксенией потратили вот 10 минут. Все оформили, все подписали. Сейчас только ждем. Вон там у Ксении какие-то дела появились. Сейчас она приедет, машинку загонит. На взлете в рай, желание лучше загадай. Думал остаться, но колеса топят вдаль. Глупо, конечно, это было и немного жаль. Слышать не лезь, уйди, не трогай, не мешай. И ты не жди, я ничего не обещал. Не доверяю я больше довольным щам. Я год за годом тихонько шел, так не спеша. А тут вылез из комы и будто побежал. В делах все четко, насколько помню, не лажал. И в душе моей горел этот дерзкий пожар. Вгоняя солнце за луной в лузу, как шар. Жизнь пока катилась вниз, как пьяный в яре жар. И знай, мне не плевать на хороший исход. Пока я слепо верил, то кто-то готовил отход. Но мы-то знаем, что за закатом наступит восход. А если не отжал на пробое, то будет проход. Когда почти со всем миром на ножах и не растет доход, как на дрожжах. Ты думал уже мат, но это шах. Обдумывай следующий шаг. Люди со всех сторон, как стаи ворон, но новые лица скрывают маски и капюшоны. Что может гильза без пули, а вместе патрон? Меняй табуретку на трон. В конце концов я самим собой один на один и не знаю, как забыть все, что наворотил. Ну чё, ребятушки, загнали, занимаемся. Пока что установили кнопочки на руль. Кстати, да, Ксения отдельно приобрела кнопки на руль. Комплектация бедненькая, кнопок на руле не было. Вот теперь они есть, без проблем. Сколько стоит такое удовольствие установить у нас в Coolaplay? 1500 рублей кнопки у вас. Проводку уже, кстати говоря, переходную тоже подсоединили. Вот так вот все это выглядит. Че сейчас, Димон, чем занимаешься? Подготовка под камеру. Пока идет подгон под камеру заднего вида. Так что как-то так, ребят, хватит думать, надо кататься в мире роскоши и комфорта. Вот с такой Android мультимедиа, да? А где штатный, Димон, куда штатный девал? А, ну вот, как было, да? И как теперь будет? Вот такая магнитулища. CC3 Lite, кулер охлаждения, понятное дело, металлический корпус, сим-карта. Сим-карта, кстати, в магнитолу вставляется. Потому что магнитола CC3 Lite, она на базе TI-S X1. Ну так, если кто не знал, динамики. Урисы будем назад ставить. У меня у самого, кстати сказать, такие в автомобиле. Коаксиальные. Прям очень классно они играют. Даже сетки в комплекте. А вперед будем Урал молнию ставить. Легендарная широкополосная эстрадная акустика. Либо просто ширики. Кто как их называет. Будем их вперед ставить, эти назад. Ну, колечки, ясное дело, проставочные. Так что вот, пока в процессе, пока сейчас ты, Дим, что ты делаешь? А что ты с ней делал тут это? Какую-то манипуляцию, нет? А, ну ясно. Ну, короче, вот, ребят. Голову мою, а перед выцветшей иконой. Господа, молю, а бит шатает голову. Голову мою, а перед выцветшей иконой. Господа, молю, а бит шатает голову. Голову мою, а перед выцветшей.
еще до уха, я туда объясняю, что водка уже вот-вот и кадыка, поперек и как веревка, и живот ее толкает вперед. Но я распрыскался и матерное что-то плету. Притворись моей матерью, я тебя уведу. Я буду твоим сынишкой махать тебе во все окна. Ребятушки, ну че, вот и подошло все к концу. Заменили Ксении динамики в круг. Поставили камеру заднего вида, самое главное, установили Android мультимедиа, где у Ксении будет навигация на магнитуле, где будет камера заднего вида. Теперь о каких-то спорных весьма моментах, нюансах можно будет хотя бы себя обезопасить процентов так на 99. Как бы, как говорится, даже если магнитолы есть, камера есть, а надеяться нужно все равно на самого себя. Так что вот так вот все установили, все работает, все подключили, камера включается. Кнопочки я вам уже говорил, что мы их тоже установили. Все законнектили, кстати, вот посмотрите, пожалуйста, все работает. Громкость, перемотка, без проблем вообще. Так что как-то так. Все работает. Вы знаете, что нужно делать, если вы хотите точно так же себе заменить динамики, камеру поставить или магнитолу установить. Нужно прыгать по ссылочкам в описании, писать начать или просто написать: «Виталий, привет, хочу заменить магнитолу». Оперативно вам ответим и установим так же оперативно, как и Ксении, хозяйки автомобиля, в день покупки. А самое главное, не теряйтесь и берегите себя. Всем пока.